давно, прийми наш доземний уклін, за зоряне небо, за море безкрає, за славу південних степів. Сьогодні твій голос звучить на планеті і славить походи найкращих стенів. Одесо, в твоїм історичнім минулім вся правда героїв твоїх. Вінок і зірок всі тобі ми сплетемо, і з гордістю скажемо ми, що завжди ти будеш багата, Одеса, славетним минулим своїм. Тож, мила Одесо, мій сонячний краю, уклін наш доземний прийми. За шелест акацій, за спів солов'їни, за всі 220 прожитих років. Дорогі ребята, мы живем в прекрасном городе Одесса. Как истинные патриоты, мы любим свой родной город, которому завтра, 2 сентября, исполняется 220 лет. Любимому городу посвящается нежный вальс. Но с детства всем твердо надо знать,
Маму и папу нельзя выбирать. Дорогие дети, сейчас к вам обратится женщина. Для всех слово «мама» святое. Мама дала жизнь ребенку, воспитывала, не досыпала ночами. А сегодня привела свою кровиночку в первый класс, чтобы благословить. Каждое материнское сердце радуется успехом своего ребенка. Вам слово, дорогие Кукузова Наталья Валерьевна и Вакаренко Георгий Дмитриевич. Милые наши дети, наши любимые первоклассники, вы все сегодня очень красивые, пришли на свой первый школьный праздник. Мы искренне верим, что ваш ученический путь будет долгим, длинным и очень успешным. Мы обещаем вам на вашем школьном пути всегда быть вам опорой, надеждой, поддержкой. Мы будем искренне с любовью, с верой вам помогать. Всегда поможем собственным опытом. Мы тоже когда-то встречали свой первый звонок, своих первых учителей, своих первых товарищей. Получали первые домашние задания, первые отметки. Мы с радостью вспоминаем это время. Время знаний, новых ощущений. Мы желаем вам также получать от школьной жизни новые знания, радость. Мы будем гордиться вами от всего сердца. По давнему доброму обычаю благословляем вас, дети, хлебом и солью. Спасибо большое, уважаемые родители. Я звонил последний раз в теплом уже мае, и тогда я говорил, лето провожая, отдыхайте, загорайте, книжки разные читайте, обо мне не забывайте. Вот теперь звоню опять, чтобы в школу вас позвать, год учебный начинать, снова знания вбирать. Всем отлично учиться, бегать, веселиться. Всем спасибо, что пришли и улыбки принесли. Море ароматов. Здравствуйте, ребята! Снова школьный звонок нас зовет на урок. Значит, кончилось шумное лето. Первый день сентября. Детям радость горя. Каждый раз повторяется это. Для учащихся ежедневно звенит голосистый звонок. Вот и сегодня он ждет, чтобы оповестить о начале учебного года, о начале занятий. Право дать первый звонок предоставляется ученику 11 Б класса Макогону Артему и ученице 1 А класса Кузьменко Софии. Thank you.
объявляется закрытой. Займите, пожалуйста, свои места. Стой.